Три раза за три недели в омском велотреке вспыхивали сибирские звезды. В рамках каждого тура чемпионата спортсмены сражались в разных видах гонок в трех возрастных группах. Всего в трековых заездах участвовало более 60 гонщиков из Омской, Новосибирской и Свердловской областей. Эти старты открыли сезон и позволили всем провести отличную тренировку и улучшить личные показатели. Для меня это был первый опыт. Мы приехали неделю назад. Все это время мы тренировались, готовились к соревнованиям. Первую вчерашнюю гонку мы проехали в целом неплохо. Кто-то даже в призовые места попал, а кто-то только получил тоже свой результат, улучшив его по сравнению с тренировками. В любом случае прогресс есть. Одна из лучших возможностей потренироваться, получить что-то для старта в новом сезоне, получить для себя новые возможности. Прекрасный результат, так сказать, данной поездки. Напомним, что данные заезды проводились в рамках кластерного взаимодействия по подготовке гонщиков высокого класса Сибири, Урала и Дальнего Востока, организованного по инициативе регионального министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта на базе омского велотрека. Но нам, конечно, было бы интересно, потому что, во-первых, дети бы имели возможность участвовать на регулярной основе в соревнованиях более высокого уровня, потому что для того, чтобы готовить детей на уровень чемпионата России, нужны условия. К сожалению, у нас в регионе такой замечательной базы, как у вас, нет. Эти соревнования, на которых мы сегодня участвуем, для наших детей, по сути, вот, в сезоне первые. Вот. А участие в кластерном взаимодействии, оно как раз-таки даст возможность на регулярной основе подготавливаться и создать какую-то конкурентную команду для того, чтобы уже можно было на уровне чемпионатов России представлять наш Урало-Сибирский регион как бы на высоком уровне. Омские гонщики также отмечают важность наличия такой современной базы для достижения новых спортивных высот. Я своим годом сейчас соревнуюсь, но идут первые места пока что. Вторых пока еще не заняла. То, что у нас есть такой вот велотрек, нам построили, нам позволяет больше тренироваться. Мы можем участвовать на треке. Есть где заниматься. Есть база с велосипедами. У команд есть свои боксы. Это позволяет лучше заниматься. Результаты, показанные спортсменами за это время, будут учтены при составлении программы их дальнейшей подготовки. А показать наработанные за сезон навыки гонщики смогут в конце октября в финале чемпионата «Сибирские звезды».